Студенты КОМИ присоединились к всероссийской акции «Поколение добра». Ее цель – сплотить молодое поколение вокруг одной из важнейших социальных миссий и привлечь новые кадры в Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас в нем насчитывается более 300 тысяч потенциальных доноров. Всего 700 из них – жители нашей республики. Для оперативного оказания помощи требуется гораздо больше добровольцев. Сам регистр подразумевает некую базу данных об HLA генотипах людей. И вот сам анализ расшифровки, он является достаточно дорогостоящим, длительным, долгим. И в этой базе находятся люди от 18 до 45 лет. Сдача гемостволовых клеток порой единственный шанс на спасение пациента. И проводится процедура тогда, когда другие методы уже не работают. В прошлом году 7 жителей Коми смогли спасти, казалось бы, безнадежных больных.